Сегодня сотни людей пришли почтить память президента Абхазии Сергея Багапша, скончавшегося в Москве 29 мая на 63-м году жизни после сложной операции на легком. Проститься с Сергеем Багапшем приехал президент России Дмитрий Медведев. Он возложил гробу абхазского президента букет красных роз. Среди прочих на церемонию пришли Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Александр Бортников, Сергей Лавров и другие. Тело президента Абхазии доставят на родину вечером 30 мая. 2 июня Багапша похоронят в родовом селе Джгерда Ачамчирского района, где покоятся его родители. Сергей Багапш возглавлял республику с 2005 года и дважды выигрывал президентские выборы. При нем состоялось официальное признание Абхазии как суверенного и независимого государства, сначала России, а затем и другими странами.